Итак, сегодня бегу пассажирский марафон. Ну, это не совсем марафон, бегу 6,5 километров. Это большой праздник бега в Пазарджике, проходит под эгидой администрации города Пазарджика, спортивного клуба Пазарджик Спортува. И вот сегодня здесь собралась и команда дзюдоистов во главе с призером Олимпийских игр Георгий Георгиеву, юные спортсмены, ну и я в том числе присоединился к этому бегу. Посмотрим, я буду снимать бег, кто как бежит. В общем, смотрите. Последните приготовления, които всички тук правим за вас. Хората ще се пуснат по трасето, големи и малки, в няколко възрастови групи. Всички те ще бъдат наградени по-късно. Вихвали си с все повече хора, което много ме радва, че тази година интересът е рекорден. Само след няколко минути ще можем да обявим и точно колко са се записали. Последни 2 минути за записване. Разминочка. Команда Кадакан Пазаджик. Бежит дзюдоисты. Сейчас я их обгоню. Ну вот остается буквально 5 минут до начала старта. Сейчас все выйдут на линию и мы побежим. Дистанция небольшая, но на самом деле главная задача просто принять участие. Вот. Так что смотрим дальше. Все, побежали. Я покажу тебе, что ты.
трассе тренера. Ты вторую бейколку идешь? Вторую бейколку вече. Сега? Малфигайте, да. Георгий, чакай. Георгий Георгиев. Обогнал. Кривое зеркало. Вот это лидер. Обогнал меня на круг. Первый круг завершаю. Так, завершаю второй круг. Еще один. Все, пошел на третий круг. Пробегаю мимо зоопарка. Это мои зрители. Ну все, завершаю третий круг. Сейчас побегу задом наперед. Ну все, завершил. Готово. Пробежал 5 километров 800 метров. Все. Сейчас маленькая заминка. Первый раз участвовал за много-много лет в таком праздничном мероприятии. Так что мягкий путь, спокойно, не торопясь. И все, пробежали. Вот. Это был бегающий пазаджик. Да, вот такие дела. Сансей Иван Вакарелский. Ос! Здорово, здравей. И ты ли бегаешь, бе? А какой? Когда глянем, если си измурил много. Ос! А си бы легко бегал? Да, легко. Окей. Что за порыш, като легко? Трябва бегаш бързо. Аз бегам леко. 100 години. Да, да, да. Иван, утре праздник. 10 години. Станаха, минаха. И още 10 пъти така, напред. Ако мога, стискаме, да, ще видим. Коментарии от родители
на учениците спорт на училище Пазарджик и клуб Кадакан Пазарджик. Ставайка за добре състезателите, финишираха без контузии. Да. Всичко беше успешно, децата са живи и здрави и продължават напред. Добре. Пожелавате за всички по цял свят нещо. Най-вече здрави. Всички да са живи и здрави. Добре, благодаря. Георги, кажи. Кажи нещо след маратон Пазарджишки. Какво да кажа? Добре, завършихме. Добро темпо, доволни сме. За първи път провежда. Не, пет години ми случи днес, пета година. А ти всяка година? Всяка година, само една година пропусна. 2019. Момчета как от училище? Свърши ли? Много добре, всички сте завършили. Даже някой преди мен. Супер! Какво пожелаваш на всички? На всички много здраве и много успехи. Всички сте да постигнат спортните мечти и да тичат всеки ден за здраве. Супер! Благодаря!